наиболее всего познание божественной премудрости. Учителям Господь, чтобы дал терпение в их и разумение мудрости, чтобы на правильный путь направлять учащихся своих. Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и поставил, просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Нетестущему. И Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость проси, услышим все так Евангелие, мир всем. От Марка, все так Евангелие, чтение. Время Оно приносили к Иисусу детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно, истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу Богу нашему, поеже презрети милости на отроков всех Никиту, Вениамина, Иеремию, Исааку, Стефана, Иосифа, Лазаря, Елизавету, Василису, Анфису, Нику и учащих их, Виктора, Елену, Людмилу, Ирину, и не спаслать их в сердца, в ум и в уста их, духа премудрости, разума, жизнь, благочестия и страха своего». И просветите их светом своего благоразумия, и подайте им силу и крепость, во еже скоро приятие и спешно навыкнуть и божественного закона Его наказанию, и всему благому и полезному учению, еже преуспевайте им премудростью разумом и всеми благими делами во славу Пресвятаго Его имени, и даровать им здравие, и долголетные их сотворите созиданию и славе Церкви Своя. Отцем все, Господи, услыши милостивно, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли, сущих моря, долин.
долечи, милости, милости будем владыка грехах наших, помилуй нас. Милости будь человека, любит Бог, если тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресне во веки веков. Аминь. Сердец, преклонче колено Господу, помолимся. Господи Божий, Создателю наш, образом Своим почти нас в человеке, научивый избранные Твоя, яко дивитеся внемлющим учению Твоему, открывай премудрость младенцам, еже Соломона и всех взыскующих премудрости Твоей научивый, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, Никиты, Вениамина, Иеремии, Исаака, Степана, Иосифа, Лазаря, Елизаветы, Василисы, Ники и учащих их Виктора, Елены, Людмилы, Ирину. Отверзи сердца и умы и уста их, сих, во еже приятие силу закона Твоего, и со успехом познати преподаваемое им полезное учение в славу Пресвятаго имени Твоего, в пользу и созидание святей Твоей Церкви, и разумейте благую и совершенную волю Твою, избави их от всякого налога вражия, соблюди их в православной вере и во всяком благочестии и чистоте во всей жизни их, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей Твоих, да так оприготованы, прославят Пресвятое имя Твое, будут наследниками Царствия Твоего, яко Ты еси Бог силен в милости и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда ныне присно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Воскресе, смертный Христос, и Сын Бог наш, Матерь, Чистая Матерь, святых славных фестивальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, святая священномученика Анфима, епископа Никомедийского, Климента, епископа Анфимского, святых праведных Бога Отец, Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека, люби. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Вперед проходят ученики и учителя. Вечного научника первый, проходите. День Твоей сподобилось им. Благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститеся причистой Твоих и небесных даров сподобилось им. Но, Владыка, человека любче, нас ради меры же воскресы. И даровало нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние священие душителя с нашей, дашь судьбы сим и в небо исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного в просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей тебе сохраняй, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так о сего жития и шета надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, где же празднующий власть непрестанный, и бесконечная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бойся истинное желание неизреченное силе любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя боится Тварь во веки. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же не если подал благих,
и о причащении пречистых и животворящих твоих таин, молю уботя, блаже человеколюбче, сохрани под кровом твоим и сене крылу твоею, и дай мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святынь твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты боишься хлеб животный, источник святыни, податель благих, и тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть твою, волю, огонь сы, и опаляй недостойные, да не опалишь и меня, содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу тверди скосни в купе, чувство... Сейчас не слушайте благодарственную молитву, благодарим Господа. Всего мя, пригвозди страху твоему, присно покрыть, соблюди же и сохрани мя всякое дело, и слово души тленного, очисти мы и украси мя, удобри, разуми и просвети мя, покажи мя, твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да я, как твоего дому, входом причащения, я, как огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу вся святые, чьи на начале же бесплотные, притечу твоего премудрые апостолы, сим же твою нескверную чистую матерь, и же мольбы благоутробнее прими кресте мой. И сыном света содела твоего служителя, ты бойся освящения единых наших блажи души светлость, и тебе либо подобное ко Богу и молитве славу си воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будет же мне благодарение всем в разум, в радость, здравие, веселье. Страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного стать одесную славы Твоей. Молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, косподобила Меси, недостойного причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет, просвети моя умная.